каждым днем в Новосибирской области становится больше и покусанных клещами. Если в середине весны лабораторные исследования показывали практически все членистоногие, которых жители региона приносили на анализ не опасны для человека, то теперь есть и энцефалитные клещи. Правила безопасности нужно соблюдать. С укусом клеща за прошедшую неделю обратилось 1565 человек. 24 человека госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит. В общей сложности с начала года уже зарегистрировано 6121 укус клещом. Госпитализировано с нарастающим итогом 57 человек.